А вот это Мюллер. И он, наверное, завершит ударом атаку. Завершает и Левандовский. Зрячий бил. Посмотрите, как Левандовский в подыгрыше здорово сыграл. И на каком шаге Казимиро уже идет назад. Это всего лишь 10. Англичанин был ближе, ему стоит довериться. Подача. Идется. Здесь он один, но здесь он не опасен. Бернат заходит в лицевую. Еще подача 1-0. Как набедокуривший школьник. Посмотрите, маленький Алькантера. Его забыли. За ним не уследили. И видно, что несколько раз поворачивается к нему центральный защитник Порто. Это Майкон, четвертый номер. И смотрит... Тут, когда Бавария уступила Порто, Мюллер сразу бьет. Не с арбитром, но без повышенных тонов, поэтому все нормально. Батштубер, скидка, удар и мяч в воротах. Снова чуть-чуть не доработал Порту в этой ситуации. Во-первых, это пенальти. Это вот так для начала, но уже бог с ним. Буатенга-то надо... Важно то, что Порто опаздывает везде. На темп, на полтемпа и 3-0. Все просто великолепно было сделано. Подача Лама ровно туда, куда надо. Скидка Мюллера ровно такая, как надо. И удар головой Левандовски тоже. Я не думаю, что так много болельщиков у этой команды в России. Но скорее очень многие не хотели бы видеть Баварию в финале в Германии. Мюллер 4. Да-да, вот Порту отправляется в тот самый Шрёдер. Спасибо Твиттеру за подсказку. Здесь рикошет, конечно, да, но повезло Мюллеру. Он пробил, по-моему, даже мимо ворот. Вот он, рикошет этот, да, вратарь здесь ни при чем. Он ничего не могут. Смотрите, еще сделай пенальти сейчас. Левандовский. До свидания. Судейского ляпа в начале игры в пользу своего соперника. Но Порто выглядит просто как команда не с другой планеты, а это, я даже не знаю, как это объяснить, насколько они хорошо. Порто, Мюллер с мячом, Бавария сразу идет вперед, и удар поворотом Марин, но получается не так успешно. Кантов у Мюнхена. Удар выше ворот. Такого мир еще не видел. А, запасных-то нет, наверное. Батштубер. Гардо. Ну вот момент у Порту и... Ну и забивает-то он из явного... А, нет, не... Но все равно из офсайда. Все равно его голова ближе. Совернуться в игру Бавария. Джексон Мартинес. О, хорош как Джексон Мартинес. И если бы сейчас... Это вот так вот Реал на прошлой стадии турнира убаюкал. Гоце. Левандовски. Пробивает. Почти на таком же расстоянии от штанги катится мяч. Тиаго Алькантара может и сам решить. Маркано нарушает правила. И это карточка. И она вторая у Ивана Маркано. Все было так. Ну, жестковато, да. Доски все-таки попробовать хет-трик сделать. Поляк тоже умеет.